Томске сегодня начали рассматривать апелляцию мэрии Новосибирска на решение арбитражного суда Новосибирской области о взыскании 2,5 миллиардов рублей в пользу компании «Сибмост». Строители потребовали такую сумму в качестве компенсации убытков, якобы понесенных при возведении Бугринского моста. Компания ссылалась на задержку расселения домов частного сектора в зоне строительства и увеличение в связи с этим сроков выполнения работ. Суд первой инстанции стал на сторону «Сибмоста», а сегодня решение по апелляции принято не было. Суду потребовалось дополнительное время на исследование доказательств. Следующее заседание назначили на 2 марта. Тогда же, возможно, будет поставлена точка в 2-миллиардном споре. Муниципалитет продолжает настаивать, что заявление мостостроителей о понесенных убытках не обосновано. Если вы эту сумму потратили, подтвердите, на основании каких документов вы тратили. Но мы все знаем, что суммы из нашего кармана не утекают на основании экспертных заключений. Это всегда есть какие-то активные действия, и всегда они сопровождаются либо чеками, либо платежными документами, либо списанием денег со счета. Но представитель Сибмоста сказала, что свои реальные траты она подтверждает все-таки заключением экспертизы.